6-летней Бажене Шадриной срочно требуется помощь Тымичей. ГТРК Томск совместно с Росфондом продолжает благотворительную акцию по сбору средств на лечение нуждающихся детей. У Бажены диагностировали врожденный порок сердца. Ей нужна дорогостоящая операция, стоимость которой более 300 тысяч рублей. Эта сумма для ее семьи неподъемна. Алена Малышева расскажет подробнее. У, а вот это Ш, а вот это М, это Ю, а это Я. Бажена Шадрина еще не ходит в школу, но уже знает все буквы и умеет читать, а еще изучает иностранные языки. Кошка по-английски cat, а собака dog, а розовый pink. Также девочка ходит в бассейн на подготовку к школе, любит рисовать, но ни с одним из этих интересов связывать жизнь не планирует. В будущем кем ты хочешь стать? Я зубным врачом. Почему? У них зубы заболят. Однако сейчас помощь врачей нужна ей самой. У девочки врожденный порок сердца с дефектом межпредсердной перегородки, отверстием 6 миллиметров. Из-за диагноза Бажене тяжело заниматься спортом, ходить на физкультуру. Она стала сейчас вот жаловаться, что устает быстро, у нее как бы воздуха не хватает, вот так она говорит. Вот здесь в груди больно, то в спине больно. Объем сердечной мышцы у Бажены вырос, ее сердце скоро начнет деформироваться, кровообращение нарушится. Избежать этого можно, сделав операцию, причем сейчас еще не поздно провести ее щадящим методом. Эндоваскулярно, доступом через сосуды бедра, безо всяких разрезов, с помощью специального устройства, окклюдера. После имплантации этого окклюдера сброс через дефект прекратится, размеры камер сердца придут в норму, и Бажена станет здоровой и сможет жить и развиваться без всяких ограничений. Однако стоимость операции почти 343 тысячи. Большую часть суммы соберут читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд». Донор внесет еще 150 тысяч, не хватает всего 35. Наши телезрители могут помочь Бажене. Нужно отправить смс со словом «дети» на короткий номер. Русфонда. После операции Бажену выпишут из больницы, и она в будущем сможет снова заниматься спортом. А диагноз не помешает ей стать врачом и также помогать другим становиться здоровыми. Алена Малышева, Иван Патлусов, Вести Томск.